строчки в сердце живут, что все хорошее подметит, улыбнется и приветит. И вот такое чувство, что он, ну, как сейчас, все самое хорошее вот приготовил для встречи и улыбается, подмечает, что как все получится. И так хочется уже прикоснуться к этим клавишам, поиграть. В этом фильме «Практикуме» на самом деле все построено так, что есть возможность прикоснуться к этой музыке, именно вот в полноте чувств. И здесь, в этом фильме, оно вот, ну, все к этому настраивает и все к этому располагает. А особенно если вот, ну, все сложить, да, с приложениями и аккомпанементу, и вот фильм, видео был, то это вообще такое, конечно, возможность наполниться и вложить, наверное, самое лучшее, самое прекрасное вот в эту практику. Самое лучшее вложить, и такое ощущение, что это само исполнение, это есть процесс роста. То есть тут же подрастаешь, чувствуешь, вкладываешь, то есть идет живое общение со сказкой, с этой средой, с этим фильмом, с этой музыкой, с этим аккомпанементом. Вообще, конечно, огромная такая благодарность и низкий поклон за этот фильм, потому что, ну, как любимый герой, и хочется стремиться, хочется его не постичь, ближе с ним познакомиться. И вот фильм, он просто дает возможность, ну, как прийти в гости к другу осьминогу, поучаствовать. Даже, знаете, так какой-то такой сразу все выпрямляется, сразу в струночку все вытягивается внутри, что достойна такая честь. Поиграть в таком фильме «Практикум», с таким фильмом «Практикумом». Вообще здорово. Спасибо большое.